Единственный праздник, который всегда с нами, это бал-маскарад человеческого лицемерия. Самое страшное это не тогда, когда в тебя кидает камни целая толпа людей. Самое страшное, это когда в толпе ты видишь знакомые лица. Чем больше ты искренен, тем больше лжив и лицемерен мир вокруг тебя. Лицемеры – это такой сорт людей, которые делают вид, что гладят тебя, в то время как вытирают о тебя свои грязные руки. Не надо с людей срывать маски. Вдруг это намордники. Судить других людей не призываю, нет. Есть высший суд, оценивать – его забота. Но как же грустно наблюдать порой, как с золотых людей сползает позолота. Праздники – это ведь принудительный спектакль, на котором обмениваются подарками и притворяются, что все чудесно. Не страшно лишиться маски, снять ее и отложить. Страшно, когда окружающие при общении не замечают, что на тебе ее уже давно нет. Когда-нибудь ты сам поймешь, кто льстит, тебя не ставит в грош. Куда ни ткни, всюду любители правды. Откни правду, так и нет любителей. Люди не меняются, они лишь на время играют нужную роль ради своих интересов. Я не обижаюсь на людей, я просто меняю о них мнение. Можно вытащить человека из грязи, но нельзя вытащить грязь из человека. Люди так часто меняют маски, что забывают, где истинное лицо. Лучший совет, который я когда-нибудь слышал. Не воспринимайте всерьез критику от людей, к которым вы не пришли бы за советом. Ничто в этой жизни легко не дается. В ней каждый поступок оставит свой след. За все расплатиться когда-то придется. Другого пути, к сожалению, нет. Люди всегда ненавидят тех, кто говорит правду. А зря. Такие никогда не бьют в спину. Большинство ужасных вещей делается под видом заботы о людях. Если кто-то тебе лижет подошвы, то прижми его ногой, прежде чем он начнет кусаться. Не говорите, что у вас все хорошо, не злите людей. Не говорите, что у вас все плохо, и как вам трудно, не радуйте врагов. И вообще, меньше говорите. Пусть окружающие спят крепче. Раньше я думала, что нужно беречь дружбу и хорошие отношения. А сейчас поняла, что нужно беречь себя. От лицемерной грязи, которая, улыбаясь в глаза, тихо ненавидит за спиной. Пусть лучше рядом останется один человек, но он будет настоящим. Именно в тот момент, когда ты придешь к заключению, что знаешь человека на 100%, он докажет тебе, что ты не знаешь о нем ничего. Я с лицемеров не устану удивляться. Как можно жить с двойным и мутным дном? И как они так могут не смущаться, виляя хвостиком, и тут же, языком? Жаль, что людей от крыс нельзя так сразу отличить. Противно, что под маской друга скрывается порой двуличная тварюга. Кто не краснее кается, тот кается постоянно. Все люди двуличны. Первая личность добрая, искренняя и отзывчивая. А вторая появляется тогда, когда злоупотребляют первой.
Люди показывают свои настоящие лица, если оказаться в нужное время в нужном месте. И парадокс в том, что живые лица намного привлекательнее тех масок, что эти люди носят. Не ищи искренности там, где лицемерие является нормой. Лучше быть искренним грешником, чем лицемерным ангелом. Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. Мерзко, когда в словах человека высокие убеждения, а в действиях – низкие поступки. Самые страшные люди не те, кто за или против. Самые страшные те, кто и вашим, и нашим. Некрасивое лицо можно исправить косметикой, фигуру в тренажерном зале, а вот с прогнившей душой уже ничего не сделаешь. Не бойтесь очевидной враждебности, бойтесь наигранного дружелюбия. Некоторым людям так и хочется подарить открытку с надписью «Двуличность не значит многогранность». Двуличность присутствует во всех нас. Мы используем это качество ежедневно, но только лишь во благо себе, ибо для этого оно и придумано нашим мозгом, как средство приспособления к окружающему миру в виде функции самозащиты. Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум, в особенности, если ума нет. Несправедливо, жестоко, лицемерно, но очень часто закономерно. Вся трагедия несчастных людей не в наличии масок, а в глупой бесполезности их использования. Часто лицемерие у нас называют правилами приличия. Все люди одинаковы, они используют палку, чтобы бить других, и льстивый язык, чтобы не быть избитыми самим. Когда тебя хотят обобрать, всегда желают удачи. В людях мы видим только две вещи: то, что хотим увидеть, и то, что они хотят показать. Менее всего безумен тот, кто хочет выглядеть для всех безумным. Лицемерие – это когда терпишь чужих, а срываешься на своих. Чего только из себя не строят, когда ничего не представляют. Лживое лицо скроет все, что задумало коварное сердце. Лицемерие в любви – одно из общественных бедствий. Человек может ловко обставить себя не только хорошими словами, но и хорошими поступками, оставаясь по существу дрянью. У лицемера три признака. Первый. Когда он говорит, то лжет. Второй. Когда он обещает, то не выполняет. И третий. Когда ему что-то доверяют, он предает. Вежливость – наиболее приемлемая форма лицемерия. Пресловутая светская жизнь – это всего лишь пустота, мишура и куча лицемерия, прикрывающего все самое гадкое, что есть в людях. Грязь, алчность, подлость и зависть. Лицемеры приближаются к Богу, но сердцем далеко отстоят от Него. Носят они личину благочестия, но душа у них, в силу тайного пристрастия ко греху, дьяволоподобная.